Следующие ребята. Интересно. Вау, рюкзак, вау! Ребята, я заполнена. Не кричи, ты разбудишь их всех. Смотришь, разбудишь. Всем привет, ребята! Всем привет! Вы на канале Ирочка Инфо. Сегодня, ребята, мы вам покажем посылку. Посылка. Как она выглядит. Она очень тяжелая и большая. Заказывала я ее. Ира, как всегда, не имеет понятия, что там. Просто я посмотрела, что на сайте DressLink очень отличные скидки, акции и практически... Вот такая вот посылочка вышла совсем-совсем недорого. Я тоже знаю этот сайт DressLink. Знаю, что там очень качественные вещи. Классные вещи, интересные, допустим, какие-то новинки, которых в магазине, ребята, не можешь найти. Если вам тоже интересно узнать, какие там вещички на этом сайте DressLink, то переходите по ссылочке в описании. Да, мы напишем все ссылочки, укажем, что мы заказали. Да, в описании. Да, давай вначале посмотрим, что же здесь. Раскрывай. Давай, я открою. Тут столько много скотча. Ну, естественно, много скотча. Я думаю, что, ребята, каждый из вас любит получать посылки, особенно какие-то подарки. И вам очень интересно распаковывать. Каждому интересно, не будь это взрослый, либо детский. Даже я люблю какие-то подарочки и посылки. Мне очень-очень интересно. Так, давай, что здесь? Так, давай будем снимать. Я заказала вот такую вот подушечку. В виде какашки. Это трюфель. Трюфель, да. Я обожаю разные подушечки, разные мягкие игрушки. Я даже сейчас, мне 10 лет, но я сплю с мягкими игрушками. Просто, Ирочка, я не знаю, оставим ее тебе или нет, просто смотри, я какая ситуация. В магазине, ребята, действительно у нас очень-очень многих вещей нет, да. Потому что у нас маленький город. Естественно, если вы живете в Москве или в каком-то большом городе, в России, либо в Киев, тоже огромный город, Одесса. Но у нас, к сожалению, маленький город, и очень многих вещей, таких интересных игрушек просто не найти. Поэтому лучше всего заказать на сайте. И я, естественно, прибегнула к сайту DressLink. Давай следующее. Вау, это же смайл. Это что, тоже подушка? Да, тоже подушка. Я обожаю разные смайлики. Больше всего я люблю с сердечками. Вот у нас или с поцелуями. Алиске скоро день рождения, Ирины. Кузины, да. И она маленькая, ей 4 года. Как раз, например, она может играться. Да, я ее подарю, потому что у меня все равно очень много подушек, смайликов. Так что мне не жалко для своей сестренки. Прикольный, выглядит очень классно. Я думаю, что это отличный подарок, и еще что-то можно подобрать. Да. Так. Кстати, вот эта подушечка и какой-то набор доктора, что ли, ей подойдет. Да. Ребята, напишите в комментариях, как думаете вы, что нам подарить бы наша сестренка, да? Угу. Так, следующее. А интересно, это что уже это? Тебе точно. Посмотрите, такой классный батничек. Вау, это толстовка, да? Да, толстовка. Мяу. Мяу-мяу-мяу. И черная. Я думаю, Ирочка, тебе будет классно. Ну да, я люблю лосины или леггинсы одевать, но она с леггинсами подойдет, да? Да, подойдет. Я думаю, ребята, что вы одобрите мой вкус как мамы. Ребята, она очень-очень мягкая и видно, что качественная. Мягкая, да, прикольная. Блин, она и мне подходит. Ну, я тоже ее хотела. Нет, я пошутила. Но если подойдет, то может она небольшая как-то. Да нет, она просто такая должна быть, как бы не в обтяжку. Я знаю, я очень люблю такие свободные толстовочки. Давай, одевай. Одевать? Да, примеряй. Сверху прям? Ну а чё? Хорошо, давай. В магазин, когда идешь примерять, давай эту ручку. Тоже же одеваешь сверху. Вау, классно. Я приподнимусь его, увидите. Так. Вот, ребята, как она выглядит. Нормально снизу. Она на тебе? На рукава тоже большая, ой, небольшая, совсем классная. Вот, классненькая, даже на вырез будет. На вырез, да. Ну, класс. Так. Тебе что, не нравится? Да. Следующие ребята. Интересно. Вау, рюкзак, вау!
Ребята, я заполненные улыбки. Кричи, ты разбудишь сейчас их. Андрюша, разбудишь. Ребята, помните, я не помню, когда мы показывали, мы заказывали тебе рюкзак, я даже спрашивала, ребята, скажите нам, качественный он или нет. У Иры действительно оказался качественный рюкзак. Буквально сколько осталось? 3 недели до окончания школы, потому что 1 мая отдых, 9 мая тоже отдых, и последняя неделя уже с 25 числа. Мне кажется, вы уже не учитесь, а идут... Нет, просто мы идем, вы ходите в музей, мы пойдем, в парк, да? Нет, мы пойдем в парк на пикник и еще на озеро. Да, может, снимем эти влоги. Поэтому как я иду на озеро? Ночью. Не знаю, если нам разрешат. Мне понравилась та сумка, и это то же самое, материал очень плотный. Я очень хочу посмотреть, и сейчас я вам расскажу, потому что я в рюкзаках разбираюсь очень хорошо. Ребята, сейчас я посмотрю на глаз, тут 4 кармашка, и даже один есть вот такой вот замочек. Ну такой тип, вот эти тебе, ты пользуешься этим, да? Сюда я могу поставить или телефон, или что-то нет, перекусить. Телефон нет, перекусить, потому что телефон нет. Могут у тебя, если он будет сзади, могут у тебя и... Украсть? Ну да. Ну вообще ты... Проездной можешь. Да. Вообще он вообще большой. Как раз у тебя. Он вместительный, ребята. Сколько у тебя учебников? Сколько ты берешь с собой учебников? 5 учебников, не 12. Меньше. 12. Вау, ты конечно, 12. 12 и еще и с тетрадками. Ребята, вы тоже столько с собой берете учебников? Это кошмар. Я один раз подняла и еще 4 сумку. Пенала. Это 4 вообще пенала. В шоке было. Постоянно и надо таскать эти... книги туда-сюда, в школу домой, в школу домой. Да, ребята, но мне еще повезло, что у нас маршрутки быстро доезжают, да? Да. Так, закрой глаза. Почему? Потому что закрой глаза, закрой глаза. Если закрыть глаза, то это я давно хотела, да? Ты это не то, что хотела, ты даже и предположить не могла, что я могу заказать такое. Все? Да, подожди, пока. Ребята! Есть! Ребята, это сумка в виде кексика! Какая классная сумочка! А ну! Прикольная, как раз на лето светлая, какие-то светленькие мокасины. Нет, подожди, я хочу посмотреть внутри. Внутри вмещается нормально. Внутри, ребята, хорошее качество. Хорошая подкладка, да. Мне нравится... то, что она кожаная. Ну, я не думаю, что она кожаная. Здесь почему? Хороший ПО этот заменитель, кожзаменитель. Но я вам хочу сказать, что она как раз тебе, Ирочка, на сезон. Каждое лето... Ребята, мне не нужна огроменная сумка. Мне не нужна огроменная сумка. А кому ребенку что... нужна огроменная потому сумка? Потому что я в сумке ношу только влажные салфетки, блеск для губ и телефон, и все. Ну и что, нормально? Влажные салфетки я ношу с собой каждый день. Так, а теперь у тебя будет новый образ. Ты смотришь на меня. Да. Да, закрываешь глаза. А я просто достаю и показываю пока ребятам, но тебе говорю не открывать глаза. Ну я не могу держать долго закрытые глаза. Не можешь? Я очень любопытная. Я знаю, что ты любопытная. Скажите, ребята, подходит ли Ире этот образ? Я думаю, что вы ее поддержите и скажете правду. Так, ты уже догадалась, что это очки. Так, не открывай глаза. Я уже открыла. Посмотри на меня. Так, отвечу, потом на камеру. Давай, смотри. Там, тарадам. Мы во дворе делаем фоточки, селфи вот так. Вот такая кепочка. Вау, классно! А знаешь? Вау! А знаешь? Ты поняла? Конечно, я же сразу смотрю на кепочку. На кепочку? Так, твой образ еще не закончен. Так, что? Рюкзак есть, ага. Да? Толстовка есть, очки есть и кепка есть. И сейчас вы скоро увидите дополнение к ее образу. Куда? Куда? Еее, скейтборд! Та-да-дам! Ребята, я думаю, получится у нас очень-очень интересный влог. И если Ирочка будет в парке кататься на скейтборде,
Вот в таком вот виде. Рюкзак, кепка. Я думаю, ей подходит. Да? Да. Ребята, прямо сейчас я иду в парк кататься. Прямо сейчас? Нет, прямо сейчас нас ждет... Что нас ждет прямо сейчас? Прямо сейчас нас ждет Андрюша, потому что он скоро должен просыпаться. Он должен проснуться, мы должны его покормить. И сходим в парк, будем отдыхать, кататься. Посмотрим, какие у нас там горки, карусели. Ну, всем огромное-огромное спасибо. Я думаю, что вы напишите действительно, как Ирочке все это подошло. Мне как маме будет приятно, потому что все это выбирала я без Иры. А кому понравился мой образ, ставьте много лайков и подписывайтесь на наш канал Ирочка Инфо. Мы всех вас любим. До новых встреч. Пока-пока, ребята. Пока-пока.